«Будь ярким, стань заметным». Курганские школьники вместе с активистами ОНФ и госавтоинспекторами ГИБДД провели всероссийскую акцию «Дорога в школу». Так на улицах поселка Увал ученики раздавали прохожим световозвращающие фликеры. Своеобразные значки, которые можно прикрепить на одежду или рюкзак. Отражают свет в темноте и помогают водителям увидеть пешехода. Не верится, но даже столь маленькая вещь может спасти человеку жизнь. Особая актуальность в зимний период времени, когда день становится короче, а ночь длиннее. Это очень важно, чтобы водители заранее видели человека, идущего по дороге, либо по пешеходному переходу, либо даже вне пешеходного перехода. Ну и тем самым можем сохранить жизни, жизни нашего будущего. Ну, дети – это же наше будущее. То, что сегодня мы с детьми провели совместно с Народным фронтом, провели вот такую акцию, это здорово. Так, дети, или нет? Да! Да! А почему здорово? Потому что, конечно, вот мы все знаем, что фликер – это здорово, но не каждый, в общем-то, этим пользуется. А сегодня мы воочию увидели, как можно это делать. Многие пешеходы положительно отнеслись к акции, признавшись, что действительно у них нет светоотражателей, и такие фликеры помогут им перейти дорогу. Честно? Первый раз, да. Если бы мне не дали, я бы так и не догадалась купить. Да. Я думаю, меня хотя бы увидят. Да. А всем черным не видно. Ночью удобно будет. В темное время суток при неосвещенной дороге водитель начинает значительно раньше видеть людей со световозвращающими элементами и значительно снижается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники госавтоинспекции уверены, что с помощью таких светоотражающих элементов количество ДТП с участием пешеходов станет меньше. Всем участникам акции пожелали безопасного пути и призвали быть осторожнее на дорогах, беречь себя и свое здоровье. Максим Хохонин, Тимур Нуцулханов, Владислав Базылев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».